Долина гейзеров на Камчатке – столь уникальный район России, что ее территория включена в Кронотский заповедник и охраняется государством. Над крутыми склонами долины клубится пар, взлетают горячие брызги, слышны всплески и шипение кипящей воды. Склоны покрыты специфическими водорослями. Каждый из 20 гейзеров извергается в свойственном ему ритме, но все они действуют с точностью часового механизма. Великаном прозван самый большой гейзер, выбрасывающий струю воды на высоту 40 метров, пара на несколько сотен метров. Горячие источники и гейзеры есть и в других районах Земли. В Йеллоустонском национальном парке и долине 10 тысяч дымов на Аляске в США, а также в Японии, Мексике, Новой Зеландии.